Вечер, вечер, вечерок, вечерок. Всем привет, друзья! Представляю второй ножик. Так, конский волос вот так. Стыки смотрим внимательно. Стыка практически нет. Кап березы вот такой. Ножны. Так, фокус где? Фокус, нужно вот такие. И тут у нас тоже имеется кожа, бычий хвост вернее, но уже немножко тонковато. Но я с хозяином переговорил, так что не будет он треснуть, это уж точно. Все равно она толстая, вот, так что без проблем. Так. Сталь у нас вот такая, ну, рукоять смотрим, капик вот такой, птичий глаз, очень хороший рисунок, но до первого добычи, для первого крови, как говорится, цвет только такой, когда уже будете использовать на охоте, уже запачканы руки кровью, вот, тогда уже цвет поменяется точно. Вот такой дольчик. Клеймо мастера, вот, и вот такой, такая сталь, называется Ильмакс, держится вот так, длина 12,3, а нет, 5. Этот ножик едет сегодня в Республику Бурятию Сергею. Вот так вот.